полдень пляж. Люди спасаются от жары в воде. Многие купаются, даже не обращают внимания на труп, который лежит совсем рядом. Накануне, рассказывают очевидцы, здесь отдыхала семья. Молодая девушка с мужем, матерью и другом. На отдых они взяли очень много алкоголя, употребив который девушка 92-го года рождения пошла охладиться в водоем и утонула. Правоохранители, которые сейчас дежурят рядом с телом, это подтверждают. По их данным, семья ведет асоциальный образ жизни, живут все вместе в одной квартире и много пьют. Даже на смерть девушки никак не отреагировали. Да и о том, что одна из отдыхающих ушла в воду и не вышла, спасателям сообщили отдыхающие. Вчера вечером отдыхали и пропала девочка. Просто. Это заметили просто с пляжа люди. Потом так произошло, что мы выехали, ну, вышли на лодке, ну, извините, мы ее не нашли. Сегодня с утра мы заступали, ее не было. В 9 часов утра пришли, значит, люди и сообщили нам, что похож на человеческий труп. Больше сейчас волнуются отдыхающие, хотят, чтобы тело поскорее увезли. Слишком много детей вокруг, но до середины дня ни труповозка, ни родственники утонувшие на пляже так и не появились. Правоохранители же пообещали, что до конца дня погибшие увезут в морг. А спасатели добавляют, что за последние 10 дней на этом водоеме это уже третья жертва. Анна Юрченко, Алексей Антонов, агентство телевидения «Новости».